Сегодня в концертном зале имени Чайковского прошла церемония прощания с советским, российским поэтом, песенником Николаем Добронравовым. Хоронили Николая Добронравова в дорогом гробу. Он сделан из массива ясеня и декорирован итальянским латунным держателем и наконечником. Внутри домовина отделана бархатом и креп сатином. Священник, который проводил заупокоенную литургию, пел и сотворил ему вечную память, перекрестил Добронравова и вложил в правую руку поэта, свернутую в трубочку, разрешительную грамоту с молитвой. Она еще называется подорожной, считается своего рода пропуском для усопших, чтобы перед ним открыли ворота Царства Небесного. Речь в ней идет о грехах усопшего и об их отпущении.